Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, продолжаем Дрейка. Нейтана, он же Дрейтон, проходить. В прошлый раз мы с вами разгадали какие-то страшные, веселые, сложные загадки. А теперь нам почему-то показывает камера наверх, или она сама так поднялась, или вон там какие-то эти люди, которые так, в этих окошечках будут нашими врагами, по-любому. Вот, смотри, началось, короче, эта хрень. В меня тоже, короче, постреляли, сейчас я всем все отдам, всех буду бить. Бегите. Господи. Тихо, парень. Отойдите. Отойдите. Да что с ним такое? Это да опять это херовина. Что? Так, надо увести его. А, черт. Пошли со мной вперед, ладно? Мы просто хотим помочь. Отвали! Вот бы он ее сейчас зарядил в челюсть, она бы просто, короче, легла до послезавтра, наверное. Вот, сука, какая, смотри, меткий этот псина своими дротиками сраными. Отвали! Чего? Спокойно. Я просто рассказал, что как бы происходит. Что ты что мне такое? Сразу? О, господи! А! Да все плохо. Спокойно. Да неспокойно, нихера себе, гульны такие идут, спокойно, он говорит. Че с картинкой-то происходит? Идем. Нихера себе его плющит. Не трожьте меня. Да не трогают они тебя. Дрейк. Дрейтон. Марлоу ждет. Да хер твоей Марлоу, понял, и тебе нет, тоже. Нет, нет. Всем вам хер один на Скоро всех. Скоро все закончится. Сейчас он чуваку ноги раздавлю, меня побьет. Нет. Я думал, он сам бежит уже, кнопку отпустил, а он нет, не бежит. Дрейтон, ты плохо, да? Вообще прям плохо. Отвечаю, прям плохо, да? Как его стелит-то прям не по-одесски. Воу! Какая большая голова. Нормально попёрло вообще. Куда ж ты? Соли здесь нет, Дрейк. А где он? Он мне нужен. Ты чё, я без Салливана ты сейчас вообще подохну один. Здесь. Да в смысле один? Нихера я не знает. Один. Верь нам. Не буду я тебе верить. Ты обманщик. И ты вон всё с лысым-то сделал вообще. Нет, не пойду. Но я всё равно куда-то иду. Это непонятно, за ним, не за ним. Смирись. А ты это от меня где понял. Никаких смирений. Ты с нами. А вы где? Мне просто, конкретное местоположение надо, товарищ мой Галиновский. Ты знаешь, что мы ищем. Так мы одно и то же ищем, ну. Не дай им, не дай им. Не даю, не даю. Они тебя не тронут. Кто они-то? Арабы вот эти вот или кто? На, черт, не надо. Вот его, короче, попирает. Где искать? Да хер тебе, понял? Не знаю я. Лучше отдай. Да не отдам я тебе ничего, вот уж пристал. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Ничего не отдавай, Дрейк, ты понимаешь, что это глюки. Черт, я не знаю, не знаю. Не надо. Не знаю я. Откачали, нет? Так, пресса. Хернюшка это для кольца. Блокнотик. И щетина. А ты тварь! С добрым утром. Отдай кольцо, сука. А где же Салливан-то? Он же должен меня спасать. Не советую звать на помощь. Не забывай, ты здесь не совсем легально. Я журналист. Пошла ты нахер, старая стерва. Великое начинается с малого. Читать умеет, смотри, какая сучка. Я знаю, что в глубине души ты все тот же грязный, перепуганный щенок. Вы не знаете. Еще и на вы ее называют, смотри, ничего. Какой культурный. Вообще-то, я знаю тебя лучше, чем кто-либо еще, мистер Дрейк. Не настоящее имя, конечно, но не будем об этом. А какое настоящее у него? Мать-самоубийца. Папаша сдал 5-летнего сыночка в приют. Некий приют святого Франциска. Ну, отсюда Фрэнсис и Дрейк, да? Прямо почерк Диккенса. О! Спокойно. Она нам ни к чему. Если, конечно, нам не придется тебя упрашивать... Ну, скотобаза, еще очки напелила, ты посмотри, а? Увы,
как это не прискорбно, твоя помощь. Ха-ха, лошара, выкуси. Сейчас вот. Ага. Я в курсе, что ему известны координаты и рама. Откуда вы все знаете-то? Знаете? Во! Ты сам сказал нам. Ты балабол, слышь, короче, ты тебя не нельзя никуда брать. Ты не такой уж верный друг, каким хочешь казаться. А он тебе друг? Что? Как это понимать? Подумай. Ты ведь угодил к нам в лапы довольно давно. Чего? И что-то он не спешит на выручку. Да он же опень твою минирует. Там, чтоб бомбануло у тебя, упадлы. Он просто тебя использовал. Я вижу, к чему вы ведете. Поверь мне, Виктор всегда блюдет только свою выгоду. Да, конечно. Это суровый факт. Не ври, сука старая. Я поняла это 20 лет назад. Удивительно, что ты до сих пор не понял. Зря стараетесь, мэм. Как скажешь. Но ответь мне. Забрав тебя с колумбийских улиц 20 лет назад, он спас тебя от той жизни? Или же обрек на эту? А, прекрасно. Ну, Виктора засекли на другом конце города. Увы, дружок. Как эту падлу завалить? Похоже, тебя убрали из уравнения. Вали их нахуй всех! Давай их всех! Всех вали нахер! И этого первым делом вали! Давно бы так, вот еще тут что придумали! Я тебя сейчас постреляю там, сука, пулеметы свои уберите и стреляйте в себя! Ах ты собака такая! Иди сюда, гнида! Сюда иди, сказал! Обосрался, смотри! Он прям бежит, а у него из-под штанов говно вылетает! Иди сюда, чмошник! Иди сюда, я тебе сказал, бледёныш ты бессмертный! Сюда подошел ко мне, тварь! Быстро! Да дай ты ему по роже-то, ну! Говно! Ну ты посмотри, какое говно! Это ж надо было так щемануть! Ёб твою, это ж надо было так обосраться! Уйди отсюда! Да и не ори ты там своими хашим-машин, блядь. Сейчас подогорет этого падлу об стол, мол, я стену все лицо разобью. Стой, я тебе... Да ты что делаешь-то, ну, псина? А что ты прыгать-то не будешь сегодня? Он уйдет сейчас, Дрейк! Ты давай как-то ляжками-то получше шевели. Да нет, он плавал. Ох ты ж говно! Какое же ты, короче, беспринципное говно. Стой, сука, меня жди. Слезь! Вот гнедёныш, ты посмотри, а, посмотри, да посмотри, как он улепётывает, а? Со всех ног просто, гнида, со всех ног. Вот ты, короче, дрисло, стой, паскуда. Стой, тебе сказали. Вот он дрищ, ну дрищ. Вот. Ай. Я тебе там не стреляй, смотри, не вздумай. Они просто так, походу, с этим автоматом убегают, типа меня... И, типа я испугаюсь. Да дай ты, ну поймай ты его, ну! Да вот он, да прыгни на него, Дрейк, ты чё? Ты уже 17 раз мог ему голову сломать. Не пищи там давай. Воу! Суки кривые, водить не научились нихера. Стой! Ой. А как он там дальше-то убежал, не понял я. А, сучёныш. Ай, да... Да кинь ты в него что-нибудь. Вот! На, тварь! По-моему, таких моментов было уже штук 15, когда я мог его спокойно догнать. Но нет, Дрейк решил только сейчас. Да стой ты, гнида-то, ну. Зачем эти солдаты за мной бегают? Они вообще знают, что эти автоматы умеют стрелять? Или они думают, что это просто так, как бы... Я не знаю, вместо дубинки их используют. Гнида, слушай, да? А, черт. Давай, раскатывайся. И... раз. Хорош. Меня херу делаешь, стой, падла! Иди сюда, сука! Ты попался! Ты чуешь? Ты чуешь, как твои ляжки трясутся? Ты чуешь? Черт! Ты чуешь, как тебе страшно, гнида?
Ну, ты что-то перебарщил, Дрейк, сегодня. Опять бежит, ну ты посмотри, а. Вот это погоня. Стой, мужик. Ты же понимаешь, что тебе не уйти. Хотя, если тебе уйти, значит, я расстроюсь вообще в Дрейтоне, просто прям разочаруюсь. Стой, говно! Дрейк, беги, ты что останавливаешься, смотришь на него? Я без тебя как бы вижу, куда он побежал. Давай, постоим тут, посмотрим, что он будет... Ты же, бляха-муха. И где он? Куда он делся? Вот и я про то. Опять испарился, сучий сын. Ну, класс. Ну, вообще. Так, ну ладно, у меня... А вот он! Уйди, говно! Вот бляха-муха. Сука, арабы помешали, все мне найти. Я нашел его, ну уже. Вот он. Где? Думал, оторвался. Говно. Нет, ты не оторвался ни в коем случае. От меня не отрываются. Поехали. И раз. Ну. Туша херова. Ну хватит, Толбот. Надоело. Да-да, что ты все равно не уйдешь? Что ты какой дурной-то? Да хорош там, шуееееееее, аккуратненько, пацаны. Вы что ж вытворяете-то? Живые люди все-таки бегут. Тихо, тихо, тихо. Нет, нет, не падаем, не падаем. Куда ты? Быстрее, быстрее, перепрыгивай. Залезь за ним. Да он же все, на верхушке, ему деться некуда. О, бляха-муха. Да куда ты? Куда? Атакрона! Блин, я обычно треугольник в таких местах надо нажимать, а тут на крестик надо было нажать. Кто ж знал-то? Стой, паскуда. Он реально, ну, обычно в таких моментах надо нажимать на треугольник, когда мы катаемся на этой херне. А тут, прикинь, надо было на крестик нажать, ну окей. Да придвинь, опачки, конечно. Во, вот. Попался, сучёныш. Ага. Эх, ты так нечестно, слышь, по отсечке-то его. Вот, по яйцам, честно. На-ка. Ушатай его прям в бассейн-то, ну. Ай. Ай, как вы злой. Сука. Опять по яйцам. Дрейк любитель по яйцам колесить всех подряд. Приступим. Ага, ишь ты, приступил. А он же бессмертный. Чё ты ржёшь-то? Оу! Спокойной ночи. Как говорится, спокойной ночи, Дрейтон. Ну опять вы за своё. Хорошие стихи. Рамзес. Рамзес? Скажи мне спасибо, друг. А, ну да, спасибо. Я серьёзно. Англичанка велела тебя убить. Но я... Я славный парень. Я спас тебе жизнь. Сейчас я твой единственный друг. Ну-ну. Ждешь от меня ответной услуги. Так ведь? Умный. Молодец. Взял и сам все понял. Ну, чё ж теперь? Мне нужна такая малость. Какая? Много кераму. Всего-то? Конечно. Подумаешь. Где город? На земле. Брешешь? Нет. Слушай, отвечаю. Если бы и знал, ты убил бы меня, как только бы я раскололся. Обижаешь? Ты же пират. Пират и бизнесмен. Прояви уважение. Давай еще раз. Давай. Как мне найти город? Купи себе карту. Ты можешь хоть пытать меня. Ладно. Но... Что так быстро согласился? Я этого не знаю. Пусть так. Тогда мне наверняка поможет твой друг. Сука, Ленку схватили, а? Кто? Твой друг. Виктор Салливан. А он тут при чем? Я не хочу этого делать. Все-таки он уже в почтенном возрасте. Стой! Нет, нет, нет. Ты не оставил мне выбора.
Может, Виктор ценит свою жизнь дороже? Дурак, что ли, стой. Ну? Не трогай Салли! Пока, Дрейк! Не смей его трогать! Ну, повеселимся. Да вам же сейчас всем, суки, руки поломаем здесь. Ай, нет. 12 глава похищения. Во! Место и время! Место и время для того, чтобы... вот так вот сделать. Да, окей. Вспомнил. То теперь стрелки надоедают, если честно. Значит, не хочешь говорить, да? Так я не знаю, ничего, ты тупой, что ли, ну? Если у тебя начальник тупой, то ты-то уж куда лезешь? Я с тобой говорю! Наска! Вот так-то! Собаки, уйди отсюда! Ай, дровосеки, вам что, в постеле, шуль, мало было, сука? На, следующий! Бутылка ему дай! Опа! Ушел нахер от меня. Опа! Опа! Опачки, бляха, попал, прикинь. Ну, давай, кульбурит, налетай на меня. Да что же вы делаете? Дайте мне вам бутылку схватить, я вам бутылкой дам. Вот, отлично. Ага. Ты думаешь, лицо замотал, помягче будет, что ли? Хер тебе. Во. Ой. Наска, отлично. Во. Ох ты, нихера себе. Пришли такие десантники, прям смотри, какие-то арабские. Да ты свои руки-то тянешь, гнида. О, отлично, свалил. Опачки, прощай. Ах ты, из-под тишка, как девка бьешь. Иди сюда. На, на. А, я уже нажимал треугольник в конце концов. Да дай ты им бутылками-то, ну. Что же они, сука, не урабатываются никак. На. Вот так-то. Да сколько вас тут, слышь, черти? Отлично, и минус, еще минус один. И еще минус один. У меня уже пальцы стал нажимать на этот квадратик. Уйди. Выхлестнул. Ну нет, на. На. Один, что ли, остался? Иди сюда. Вот и все. На драку лёгко пришел. Этот аналог того лысого, только здоровый. Ой, я думал, можно перекатиться. Да перестань ты, слышь. На. Это в натуре как тот лысый, только, короче, уже не лысый. Может, он тоже, конечно, лысый. У них даже движения, короче, одинаковые, бьем их одинаково. Ну нет, куда ты лезешь-то? О, опять по яйцам, опять валить его. Добивай его чем-нибудь. Хорош. И не вставай. Обезьяны. Да куда он встанет-то, он, блядь, жопу эту поднимать будет неделю. Так, хорошо, а вот и нам. Специально лестницу оставили, чтобы я отсюда выбрался. Спасибо, пацаны. Так, значит, они побежали за Салливаном. Да не, все, что они говорят про Салливана, это полный бред, вы чё? Салливан никогда в жизни не может такого сделать. Салливан, он нормальный мужик, ты чё? Он Салливан, мы с Салливаном столько времени вместе прожили. Ну, в смысле, имеется в виду, там это делали, там дела всякие. Творили мутки за мутки. Так бы сразу и сказали. Боль тут видно. По этим поползем. Опять по дощечкам, по речкам, по прочей херотинечке. Опа, опа, опа. Ром. Ну, конечно. Бухают. А что, может, для храбрости жахнем? Не хочет. Не хочет. Ну что, заставлять его теперь, что ли? Не будем мы этого делать. На-ка. Опа, опа. Куда ты лезешь-то? Опа. Опа. Динг-динг-динг. Чего? А нахеря перепрыгивать-то было? Так ведь можно и урониться случайно. Вот у него, короче, руки прокачанные. Смотри, что вытворяет. Опа. 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 Слышь, что, давай завязывай с этим нахер. А-а-а-а, ну конечно, кто бы сомневался. Вон эта цепочка висит, ну. Давай, и раскачайся, пожалуйста. Во. Опа. Нахер не нужно. А теперь-то куда? А, теперь на последнюю перекладину или куда-то на это? А, вон туда, окей. Так ведь и незаметно с первого раза. Что такое? Пусто. И зачем ты, ну, понимаешь? Ну да, пусто. Ну пригодится, наверное. Сейчас кого-нибудь отожмем. Долго, что ли? Пушки здесь на каждом шагу валяются. Чё-то... Набор карандашей. Нормально порисовать можно.
Возьми бутылку. Кому-нибудь в пачку кинем ее нахер. Да ну, мы на корабле. Черт. Нет, мы на свалке. Мы на свалке кораблей. Куда я попал? Ну, свалка кораблей. Сюда скидывают все, что плохо плавает. Все же логично, Дрейк. Ну, местечко. Нормально, местечко. Вот здесь я уже действительно как бы понимаю, здесь это логично, местечко. Что при падении он разбивается насмерть, потому что здесь железки и там голову... Вот так. Лицом, если ехать по железке, конечно, я все разобью. Все, что-то не понимаю, что не допрыгивать-то. Слышь? Вот же, пожалуйста, прыгай. Жалко, что ли? Давай. Да неужели? Не прошло и года. Ладно, уже прогресс. Уже нормально, не боись. Что дальше-то? На цепь. Прыгай, ну. Спускайся. Что-то в какую-то поняву прям идем в болото, в это грязное все. С тухлой селедкой, наверное, воняет какой-нибудь. Упрыгай вот так вот. О. Туда нам, да? Там дырка какая-то вроде. Фу, здесь, наверное, так воняет всякой сыростью, этой говнюшностью, вот этой тухлой водой, этими водорослями. Фу, прям. Я тебя вижу. Только не оборачивайся. Не надо. А где есть пистолет? Сука. Им, походу, начальник пистолет не выдает. Молодые они еще для того, чтобы оружием пользоваться. Чего это реально он вышел? А он, может, просто спасать вышел. Кто его знает. Просто ссыкануть вышел в море. А его тут Дрейтон встретил. Сказал, нельзя ссать, я из Гринписа. Ага. Что-то они там кипишуют, вон бегают. Прикончите его! Так. Какого бляха неприятельского огня не стреляет? Так, у этого есть пистолет, ладно. Но он меня не видит, это хорошо. Ищите его! Ищите, ищите! Я где-то здесь! Может быть, я уже вон там? Идите! Плыви давай. Ой, нет. Да, ты что, дурак, что ли? Сука, что вытворяешь-то, дурень? Отлично! Тихо! Вот это они раздирают меня сейчас со всех сторон-то. Где Грен была только что? У меня сейчас ящики сломаются. Зачем я самого дальнего выбрал? Кто его знает? На-ка. О, понятно. Тихо, уйди! Прощай. Да ты же должен умереть, собака! Он жив еще, он жив. Сейчас умрет. Умрет. Тихо, спокойно. Вот здесь пока приныкаемся. Спокойненько. Головой вниз посмотрим. Плавающий Дрейк взял и убил чувака. Опа. Нет. Да залезь, не боись. Опа, привет. Ты кто тут вообще? Да ты дурак, что ли? Отойди. Я с ней до тебя, друган, уйди. Иди отсюда нахер. Ой, сейчас это еще рванет, спокойно. Люблю запах пропана по утру. Эх, нихера себе. Со всех сторон, суки, еще сверху один. Так, главное-то до этого пулеметчика дойти, дальше будет проще. Сейчас дойдем. Ага, погнали. Опа, Греночка. А ты попал, Мудень, прикинь, как ты попал, уйди. Все, прощай, поехали. От собаки! Там тот бежит ко мне, нет? Показалось, похоже.
Еще есть, то нет? Прям на радиусе моего обзора, так сказать. Нет, суки, сдались. Так, ладненько, что такое, греночки? А, он гренки сразу, смотри, как сделано. Он теперь разом все патроны собирает, которые можно собрать в этой области. На самом деле классно. РПГшечка. Ушел я, да, расстроился, ушел, обиделся на вас нахер. Пошли в жопу, все. А кому еще подплыть-то? Так, тут куда я залезу? Так, уже близко. Близко к чему? Мы куда идем? По яйцам. Чтоб не делал больше таких дурных движений. Какие-то обрезанные калаши, что это за дела вообще такие? Эх, тихо. О, черт! Что случилось? Это моего друга. Прощай. Ха-ха, дурак. Тихо. Эй, ты что делаешь-то, дурень? Подстава. Что еще за гранаты на липучках? Объясните мне. Ты куда бежишь-то? Я что-то вообще не понял, какого хера она там приклеилась-то. Ты откуда-то, друган? Чё там 30 убийств искал? Оу! А, жив еще, нормально. Нормально. Да сядь ты в укрытие-то, ну! Вот это хорошо сейчас пролетело. Ты проиграл. А ты... Чё из-под тишка-то заходишь, гнида? Спокойно. Куда они бегут-то? А, вон, сука. Ух, нихера с этих турелей, они шмаляют вообще жестко. Опа, пистолет Рафика опять, отличная херня. Как на эту турель-то залезть? Атакуем! Прощай! Ну-ка нахер, забери. И должен был приземлиться мертвым, слышь? В 3D очках бегает. Он бегает и смотрит 3D фильмы, пока тут перестрелки идут. Охереть, у меня нормальные такие реально 3D-шные очки. Где тут пистоль-то был? Ну-ка. Нахер ее. Нет, не завалит так нихера. Блин, откуда их тут столько? Люблю запах пропана по утру. Да ну нахер, слышь, какой борзый-то. Да отойди ты, блядь, с этой траектории-то еще. Во, прикинь, если перестрелки не убавили, что бы было. Как ты меня там, падла, запаливаешь-то, я не понимаю. Мне тоже нужна турель, что за говно? Как до него добраться, сука, гнида? Спокойно. У меня какой пистолет-то? У меня Рафик. Так, как тебе долезть-то, упырь? Попал, по-моему. Нет, сука, живой еще, прикинь. Да подожди ты, дай прицелиться-то. Я охерею, какой он бронебойный вообще. Во! Отличненько. Теперь можно спокойно куда-то продвигаться. Только нам надо... Что это было сейчас? Грена была.
Да на! А, это РПГшник, сука! Чё такое-то? А это засали. И встал, прикинь, вот этот он сейчас, короче, меня убил бы и все. Так, ладно, я опять к исходной вернулся. С этой стороны побегут, нет? Тут не докинет, он спокойно. Прощай. Опа, снайперская винтовка. Блин, она здесь ни к чему вообще. Ее надо было раньше найти. Ладно, как на корабль подняться на тот? Даже музыка... Опять стреляют, суки, ты посмотри. Так, уже близко. Уже, да, уже хорошо. Патрончики. Блин, вот тех еще придется убивать сейчас. Кто меня убил в прошлый раз, я не понял, если честно. Да прыгни ты отсюда, то что ты делаешь-то? Только не умирай, слышь. Охереть, еще там турели-то сраные сверху. Сейчас пойдем к ней. Сейчас ушатаем этого турельчика херова. Че, говно? Положи пистолет свой! Так, отсюда мы не добьем, да? Или добьем? Добьем, чуть мы не добьем-то. Блин, какой маленький здесь радиус обзора. Чё там еще? Кто там еще? Ну! Ебать! Тихо. Мне, конечно, тоже был РПГ. Хорош, минус РПГшник. Так, где? Вон еще, он далеко очень сильно. Патрончики. А как мне забраться на большой корабль-то? Что-то даже путей-то никаких не видно. Там еще кто-то бежит, что ли? Блин, показалось. Да нихера их тут народу, короче. О, правильно. Вниз. Так, а как же тебя ушатать-то, говныша? Есть снайперская винтовка, и тут снайперская винтовка, да? Нахер мне нужна эта снайперская винтовка? Да блять, ну нет! Почему ты не попадаешь-то в него? А, все что ли? Убил всех. Красава. Я что-то не понял, что в него не попал. Вроде стрелял нормально все. Че, он дохлый там или что? Тихо, стой, спрыгни. Все, не надо. Ты как залез на большой корабль-то? Ты что делаешь-то, блядь, Дрейк? Ты дурак, нет? Так, а он там помер, прикинь. А, вон, мост какой-то есть. Окей. Спрыгни. Да спрыгни, тебе говорят. Что-то не слушается меня вообще сегодня. По окнам можешь попрыгать? Не вариант. Значит, надо куда-то вон туда залезть. РПГ. А, нет, это не то вообще. Я не вижу, куда идти-то вообще. А, вон оно где. Вот это вот большая хернюга, да? Которая нас куда-то туда приведет. Ну-ка. Странно, что он не помер там. Обычно с таких расстояний он может только в путь подохнуть. Куда-то вот сюда нам надо. Ну, поехали. Так, уже близко. Вот почему. Да я знаю, без советов твоих игра. Сам разберусь. Ты дурак, нет? Чего совет? Да знаю я, что совет. Что ты пристала ко мне? Вот я тебе реально говорю, вот что с ним происходит? Еще одни, да ты издеваешься, нет? Возьми пушку-то, Дрейк! Ссылка на плейлист будет в описании под видео.
Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, до встречи в следующей серии. Я не понимаю, что тут так тупит. Наверное. Круто. Да не круто, отдай мне Рафика. Продолжим с вами в следующей серии. Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.